Весна уходит, приходит осень, растворяя в своих днях глубокие тайны наших сердец. Это призрачный сентиментальный роман. Зачем начинать то, что в конце должно закончиться? Когда-то мы были так безумно влюблены, сидели на берегу любви, смотрели, как утекает наша юность. Когда отец Джеки уже был в самом подавленном своем состоянии, судьба послала ему встречу с его второй женой, мадам Ли Чан. Мы с матерью Джеки были хорошими друзьями. Ее первый муж был убит бомбой, моя жена умерла от болезни. У Лили было две дочери. У тебя была жена, от которой тебе осталось два сына? А у мамы был муж, от которого ей остались две дочери. А у вас с мамой был я. Точно. О. У нее есть младшая дочь по имени Гуйлан. Сейчас Гуйлан в Австралии, заботится о маме Джеки? Да.